Так, Шигаев Антон Анатольевич, 25 лет. Что ж ты нибудь? Да, собрался прыгать. Посмотрим, как это. Правую руку. В петлю. В петлю. Через правую руку ко мне спиной. Разворачиваемся. Руку будем держать вперед и вверх. Направление прыжка. Ё, просто так. Смотрите. А? Себе. Не смотри. Что-то вообще не очень. Я думал, все будет попроще, конечно. Причем, когда у вас на площадке стоишь, гораздо легче. Ну что, у тебя скоро будет видос, и там его надо будет смотреть на диване и говорить, ах, хуйня, сам прыгну. Давай там сюда поднимайся. Ёшкин ты кот. Укуси меня, пчела. Ну давай. У нас все готово? Да, точно готово, абсолютно. Проверить хочется? Так, что мне, подходить на край? На самый край. Руки на исходную, планочку представил. Это все была не шутка. Это была теория, сейчас практика. Планочки тянешь, готов? Да. Давай, 3, 2, 1, прыжок! Ух! Вот это не совсем планочка. Ой! Ну, так прыгнуть, так развернуться. Ну, пятерка, все сделал так четко. Молодец! Фу, фигня, расходимся. Да я шучу. Так, ты, в принципе, уже на ногах, так что давай прыгаем в ту сторону. Там как раз для тебя муравейник. Если не прыгай, ты уже можешь идти. Да нет, что-то не могу. Давай. Ну, рассказывай, пару слов хотя бы. Страшно, очень круто. Я скажу, круто, точно.